сделаю я коктейль себе быстренько на молоке, чтобы не чувствовать голоду. Ужинать хочу. Лежу, думаю, может потом капусты захочется, но сейчас пока непонятно, что мне охота. Виталий, не бойся. Ну, съем я капусты. 25 грамм этой штуки. И 250 грамм молока. Да господи, просыпалось. Такой бывает шоколадный, бывает ванильный. 250 грамм молока. У меня безлактозное. Смешать вместо приема пищи. Ничего страшного. Я сегодня такую пачку Катюхе дала. Она у меня увидела тоже. Я говорю, хошь, мать. Потому что не успевает поесть, например. Человек работает, там еще что-то. Я говорю, на работе в обед можешь такую выпить, и у тебя не будет чувства голода. Она говорит, у меня шейкер есть специальный. Супец. Еще тепленький. Холодильник надо убрать. В холодильнике места нет ни на что. Есть надо. Мы смотрим «Жуки» сериал. Продолжение. Второй сезон уже. Интересно. Все, друзья мои, доброй ночи. Ну, не знаю, может, начинаю жриться, потом еще капусту захочет поесть, как обычно. Но пока я не планирую. Надо же потечность у меня посходила все-таки. То я много ем, все равно не пила. Даже ботинка. Девочки, ну тебя все с глазами. Так. Псит на меня смотрит. Какая ты сладкая, не могу. Доброй ночи, друзья мои.